Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Рабочая неделя подходит к концу, и самое время строить планы на выходные. Давайте сделаем это вместе и прямо сейчас. Одно из самых долгожданных событий лета – «Волгафест» – стартовал на этой неделе. Старая набережная Самары превратилась в огромную арт-площадку. Мастер-классы, лекции, концерты, маркеты и фотозоны – все это ждет жителей и гостей города до 18 июня. Темой этого года стала любовь. Любовь к ближнему, Волге, природе, искусству, своему делу, своей семье. Любовь может исцелять и вдохновлять, а может печалить и ранить. Самым разным проявлением самой разной любви посвящен «Волгафест-2023». И если вы не успели заглянуть на набережную в рабочие дни, обязательно сделайте это в выходные. Самарский концертный духовой оркестр продолжает серию концертов под открытым небом в парках и скверах. 18 июня музыка будет звучать в Парке Победы. Классические произведения, марши и вальсы, фольклорные и эстрадные миниатюры, самые разнообразные современные мелодии. И все это на свежем воздухе и совершенно бесплатно. Приходите зарядиться хорошим настроением, позитивом и вдохновением. Воскресенье, 17:00. В Самарском литературном музее до 28 июня работает выставка «Максим Горький и Самара». Через инсталляции и мемориальные предметы представлены истории из самарского периода жизни Горького. С кем он общался, как работал в редакции «Самарской газеты», как реагировали читатели на его тексты и как он встретил здесь свою любовь. Еще один раздел выставки посвящен непосредственно фельетонам писателя. Номера «Самарской газеты» из фондов музея, а также иллюстрации, созданные в 60-е годы 20 века. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.